Доброе утро, друзья! Снова с вами Деревенская политика. Сегодня будем говорить о две вещи. О чести украинских солдат и о словах Эдуарда Басурина, которая очень сильно зацепила много наших парней-добровольцев. Сначала о чести. Нет чести украинского солдата. Если бы было чести, он бы воевал против солдата с другой стороны, а не бы бомбили гражданские, не бы убивали гражданские, не бы разрушали дома, инфраструктуру. Это не честь. Это не честь. Это систем войны сначала был немецкий, сейчас ихних наследника, настоящих НАТО пакта. Так что я честно рад, что погиб этот американский ублюдок, который приехал воевать со стороны Украины. Не надо радоваться, люди говорят. Ну, надо радоваться. Что он хорошего сделал? Что хорошего сделал? Вот. Украинская армия с начала войны не долбила так жестко по гражданским, док не пришли там добровольцы из Польши, из США. Это никакие добровольцы, это наемники, которые приехали выполнять их приказы. Если мы их жалели в 2014-2015 году, ребята, сейчас 2020, 6 года войны прошло, 6 года. Значит, выходом из Минских соглашений вы снова приглашаете добровольцев на Донбасс. Если обострение будет, ведь очень много ребят пишет, звонит, говорит, деки, что, приезжаем, уезжаем? Говорю, ну, конечно, уедем, если будет нужна наша помощь, мы все соберемся снова и приедем. Но мы вас сейчас жалеть не будем вообще никак. Зачем вас жалеть? За 6 года вы должны понять, за что вы воюете, если вы, ну, если мозг у вас есть. Вы это не поняли, жалеть вас не будем. Не только мы. Мы что-то и можем. Но эти ребята, которые 6 года сидят в окопах, которые потеряли своих друзей, которые потеряли кучу знакомых, которые потеряли родственников, эти вас точно не буду вообще жалеть. Так что, товарищи укропы, значит, вы показали свою честь, показали свое воинское достоинство тем, что убиваете мирных граждан. А я надеюсь, вы скоро поедете в наступление, а мы вам тогда покажем, как надо воевать честно, и как надо наносить врагу очень большие потери. Как что он делал с 14, 15, 16, 17 год все до сегодня. Так что нас держало это Минское соглашение. Ну, сейчас вам и хана. По вопросу слова Эдуарда Басурина, я не могу сказать, что мы друзья, но всегда рад встрече, и всегда, когда приезжаем в Донецк, мы встретимся, выпьем кофе, поговорим. Одно хочу сказать. Все мы ошибаемся. Я 100% уверен, что Эдуард Басурин, наверное, не думал так, что сказал. Но мы, как публичные личности, должны думать о любом своем слову, высказанном либо в эфиру, либо где-то. Потому что слово, оно бьет сильнее от пули. Знаете, иногда человека может повредить словом намного сильнее, но дрвать руки и ноги. Так что я не согласен с этим, что... Ой, ты моя хорошая. Я не согласен с этим, что республики ничего не должны людям, которые приезжали. Конечно, да, должны. Не должны денег, потому что деньги... Мы не приезжали за деньги. Я знаю кучу людей, как что я сам, которые оставили много своих денег на Донбассу и за этим не жалели. Вообще никогда. Нужно уважение и... Самое важное – хорошее отношение к ребятам, которые потеряли конечности, которым очень трудно сейчас жить. Они это не потеряли за меня, за вас, за не знаю никого. Они потеряли это за народ Донбасса. И республика должна постараться о ними, но должна по-честному относиться. Слава Богу, так и происходит. Много ребят, которые ранены, их лечат в Донбассу, их реабилитация происходит в России, благодаря связам ребят из Донбасса и России. Так что люди стараются, и
одно слово, сказано в прямом эфиру, может очень плохо влиять на все это, что происходит. Так что еще один раз говорю, каждый из нас, который публичная личность, чуть больше, чуть меньше, должен понимать, что каждое его слово, оно очень опасно. Надо хорошо думать об этом, что се говорит. Ну, я приглашаю тебя, дружище, приехать. У нас скоро в Амбросевке открывается реабилитационный центр, где будут се лечить ранены бойцы, бесплатно будут лечиться, это надо напомнить. И я надеюсь, да приедешь, там поговоримо и можно и республика уключиться в помощь там, например, с едой, с зарплатами, медиками, которые будут работать, и это будет очень полезно и за бойцы, и за республику. А особенно за наших ребят, которые очень плохо себя чувствуют после всех этих ранений, после, ну, потеряя человеку нечности, но что хуже для этого может быть? Мне кажется, проще умереть, но так, впрочем. Так что, ребята, за сегодня только. Я надеюсь, я сказал все, что думал. Ну, всегда я вспомню, что то, что надо было сказать, но ничего страшного. До скорой встречи на Донбассе.